Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке речь пойдет о крем-пасте Vartox, которая поможет удалять бородавки на теле человека. Препарат наружного применения крем Vartox очень эффективно борется с бородавками на нижних конечностях, то есть подошвенными. Дабы понять, почему это происходит, необходимо вспомнить, как развивается бородавка и что это такое. Бородавка – это доброкачественный вырост на коже, может располагаться на любом участке тела человека, как на кожных покровах, так и на слизистой оболочке. По сути, это опухоль, но известны этиологии. Наиболее распространенные бородавки – плоские, излюбленная локализация плоских наростов на лице или стопах. Паста наносится толстым слоем на пораженный участок стопы, затем закрепляется ватой и пластырем. Снимается через сутки, размягченная бородавка удаляется пемзой. Участок промывается водой без использования мыла. Процедура может повторяться несколько раз, независимо от начального результата. Показания к применению. Паста активно используется для лечения бородавок различного происхождения. В инструкции указано, что препарат наружного применения необходимо использовать с целью удаления подошвенных бородавок, но, как показывают отзывы, мазь эффективно справляется с доброкачественными образованиями на руках, туловище и даже лице. Что касается применения крем-пасты не по назначению, то необходимо советоваться со специалистом. В силу того, что кожа каждого человека индивидуально переносит действие каждого отдельного препарата, невозможно дать единственный универсальный ответ. Основные показания для применения крем-пасты Vartox. Доброкачественное образование на ногах, точнее на подошве, мозоли на ногах, затвердевшие участки кожи на стопе, сухие бородавки, остатки затвердевшей кожи после удаления бородавки иным способом. Это все относится к основным показаниям, но, как уже говорилось выше, препарат применяется для выведения и иных форм образования на коже. К примеру, бородавки на руках также могут быть показанием к удалению их кремом на основе мочевины. Но перед применением необходимо обязательно провести аллергическую пробу. Вирус папилломы на руке. Для этого нужно нанести небольшое количество крема на кожу запястья и подождать около 15 минут. Если никаких патологических изменений не произошло, отсутствует зуд, нет никаких высыпаний, можно смело использовать Vartox для удаления доброкачественных выростов на руках. Крем для пробы нужно наносить толстым слоем на чисто вымытую сухую кожу. Vartox – это далеко не универсальный препарат. Он создан с целью устранения подошвенных бородавок. Такие образования не представляют для человека опасности, но приносят значительный дискомфорт и при неблагоприятных факторах внешней и внутренней среды могут переходить в раковый процесс. Неправильное применение медикаментозных наружных препаратов также негативно может сказаться на состоянии всего здоровья. Применять Vartox необходимо при наличии одиночных или множественных подошвенных бородавок. При этом необходимо соблюдать некий порядок лечения, если имеется одновременно несколько образований на подошве. По такой же схеме проводится лечение мозолей на стопе. Сначала проводится лечение меньших выростов, которые только проявили, затем устраняются старые отвердевшие бородавки. Это позволяет предупредить быстрый рост бородавок, которые только проявились. Перед применением препарата проконсультируйся со своим лечащим врачом, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими знакомыми.